Окраина Астаны тонет. В поселке Хуэнды начался паводок. Талые воды затопили проселочные дороги и уже вплотную подошли к домам. В селе можно передвигаться только в резиновых сапогах. Вода стоит по колено. Гульнара Жандагулова оценила масштабы затопления. Поселок Хуэнды находится в 30 километрах от Астаны. Ежегодно село топит талыми водами. Местные жители ведут неравный бой с весенними паводками. Но пока видно, что жители проигрывают эту борьбу. Машины еле ездят по сельским дорогам, а пройти пешком и вовсе сложнейшая задача. Местные жители, мягко говоря, возмущены. Дороги нету, по лужам ходим, по снегу. Вторую резину возим с собой. Вот так, пакет мусор. Пять лет вот так вот ходим. Дома находятся в низине, и их топит со всех сторон. Люди убрали снег со дворов, но проблему это не решило. Уровень воды не снижается. Сельчане в один голос твердят, коммунальные техники за это время в глаза не видели. Аким говорит, мы, говорит, чистим. Вот народ же стоит, спрашивайте. Даже зимой не то, что вот внутри поселка, даже они трассу не чистили. В Акимате утверждают обратное. Борьбу со снегом ведут днем и ночью. Чиновники говорят, что потоп из-за ближайшего озера. Сейчас, понимаете, там бесполезно откачивать. А я же говорю, это просто вытекает с одного озера, протекает на другое озеро. Мы со вчерашнего дня пытаемся вот это русло расширить и углубить, чтобы оно быстрее, как бы в день-два быстрее пробежала эта вода. Вот что мы пытаемся сейчас делать. Там сейчас засыпать это бесполезно. Противостоять большой воде местным жителям не привыкать. В эти дни резкого потепления они с ужасом ожидают обострения ситуации. Гульнара Жандагулова, Артем Злобин, 7 канал.